Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Лето на дворе, весна на дворе. Соответственно, мы с вами выбираемся из наших помещений и едем куда-нибудь. И, конечно же, чтобы классно провести время где-нибудь там на пляже, шашлыки, нам нужна крутая колонка. Мощная, громкая, которая может присоединиться абсолютно любым способом. Хотите флешки, Bluetooth, хотите по проводу присоединились. Можно даже попеть караоке при помощи двух микрофонов. Короче, сегодня я вам рассказываю про вот эту колонку Eltronic 2005 из серии Dancebox. Это 500-я модель. Здесь здоровенные 12-дюймовые динамики. Есть вот такая классная подсветка, которая, естественно, работает в разных режимах. А самое главное, друзья, сегодня я вам расскажу про эту колонку, как она работает. Сегодня мы послушаем, как она работает. Также я вам дам специальный промокод, при помощи которого вы можете приобрести эту колонку со скидкой. Ну а также мы сегодня разыграем эту колонку. Так что видео будет максимально полезным. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Я думаю, что вы в курсе. С ребятами мы сотрудничаем достаточно давно, и я периодически на моем канале рассказываю именно про такие колонки. Вы скажете: Филипп, ну а зачем ты нам рассказываешь про колонки Eltronic? Ведь есть аналоги всякие, JBL и так далее. Ну, конечно же, есть, друзья. Вопрос лишь просто в том, что все примерно одно и то же, да? По качеству, по характеристикам и так далее. Да, у JBL крутое имя, понятно, кто с этим спорит. Может быть, там где-то пластик получше или еще что-то. Но есть и другая сторона вопроса. Самое главное, это финансовая. Вы знаете, сколько JBL стоит? Вот аналог этой колонны 500-й, это JBL 310. А JBL-ка 310-я стоит, вот я сейчас смотрю на Яндекс.Маркете, 67 тысяч рублей. 67 тысяч рублей. А знаете, сколько эта колонка стоит? В районе 20-ки. А еще вы будете использовать промокод DJFIL и, соответственно, получите еще скидку. Чувствуете разницу, да? То есть, примерно мы имеем один и тот же продукт, но при этом это стоит в 3 раза дешевле. Ну а что может эта 18-килограммовая мощная колонка? Давайте я вам сейчас расскажу. Все поставляется вот в такой здоровенной коробке, и на коробке написаны все функции. FM-радио, раз. Эквалайзер. Можно накручивать басы, высокие, низкие частоты. Также Bluetooth и ТВС-функция. Bluetooth — это вы берете свой телефон, подключаете, слушаете музыку. ТВС-функция — это когда вы берете вот такую колонку, рядом берете еще такую же колонку, соединяете их, и у вас получается стереопара. Поддержка USB и SD карточек. Соответственно, если у вас музыка есть на USB-шке, вставляете. Если у вас есть карточка памяти SD-шка, вставляете. У нас есть пульт дистанционного управления. Когда колонка находится далеко, удобно там что-то переключать. У нас есть вот такие два микрофона, только в них нету батареек. Обязательно приобретайте батарейки, чтобы не обломаться. Аккумулятор здесь на 7000 мАч. Обеспечивает работу примерно на 5 часов. Все зависит, конечно же, от громкости и интенсивности. Специальная подсветка, ну и, конечно же, контроль баса, X-Bass. Мощность колонки 800 ПМПО, RMS 80 Ватт. 80 Ватт — это громко. Это прямо реально громко. Что очень важно знать про аккумулятор. Вы можете заряжаться от обычного сети, а можете заряжаться от автомобиля. 12 вольт, есть в комплекте специальные провода. Все сделано для того, чтобы вы без проблем могли уехать на природу и там заряжаться от автомобиля. Выглядит эта колонка достаточно мощно, черный пластиковый корпус. Еще раз напомню, 18 килограмм. Она весит 2 12-дюймовых динамика, которые обеспечивают основную мощность, плюс твиттер, подсветка. Подсветка работает под музыку. Чем громче музло, тем круче подсветка. Чтобы все это перемещать, у нас есть колесики и есть ручка. Все управление у нас находится сзади. Во-первых, экранчик, на котором отображается, какой сейчас включен режим, радио, Bluetooth или Line-In. Также громкость, антенна для радио, USB, карточки, microUSB, все вставляется сюда, и здесь же происходит управление вперед-назад, просканировать ТВС для того, чтобы соединиться с другой ТВС-кой. Это эквалайзер, это вход под 12 вольт, это вход под AUX, то есть вы можете подключить абсолютно любое устройство, питание, включение подсветки и включение самого устройства. Также сюда можно воткнуть гитару и микрофон, хотя, конечно же, помимо гитары вы еще можете сюда воткнуть абсолютно что угодно, но здесь большой джек под гитару и под микрофон. Ну и отдельная громкость под гитару, под микрофон. Также у микрофона можно настроить средний, низкий и эхо, плюс управление басом. Ну а сейчас я предлагаю послушать, как же мощно звучит эта колонка. И чтобы добавить еще полезности в это видео, я покажу запись Galaxy S22 Ultra звука и iPhone 13 Pro Max. Вы сможете оценить, какой записывает лучше, а соответственно, как звучит колонка на одном и на другом устройстве. В общем, сейчас будет моя композиция. Погнали!
Итак, друзья, вот такая колонка, которую прямо сейчас можно приобрести по цене в районе 20 тысяч рублей с промокодом DJFeel. Получите еще скидку. Самое главное, еще раз скажу, есть аналог JBL, но он стоит в 2-3 раза дороже. Я вас ни к чему не призываю, я просто говорю, что это мощная, хорошая колонка, которую вы без проблем увезете куда хотите, неприхотливая, работает громко, светится, звучит. Что еще может быть лучше? Цена адекватная. Если у этой колонки какие-нибудь минусы, ну, наверное, так. 18 килограмм, в принципе, достаточно много. Не каждая девушка увезет, но есть колесики, это плюс. Еще я обращу ваше внимание вот на что. В целом, по звучанию у меня особенно вопросов нет, но есть небольшое шипение. То есть, когда у нас колонка молчит, при этом она включена, есть небольшое шипение. Это наводки, да, там большое количество различной аппаратуры, поэтому наводки происходят. Но когда вы включаете музыку, естественно, никакого шипения нет, так что в целом это совершенно не проблема. Это по сути то же самое, что, знаете, есть дизельный мотор и бензиновый, и дизель его звучит погромче, зато едет получше. В общем, друзья, чтобы приобрести эту колонку, я внизу оставляю ссылочки, а также я сейчас расскажу, каким образом вы можете поучаствовать в розыгрыше этой колонки. Смотрите, друзья, все достаточно просто. Нужно выполнить, как всегда, несколько условий. Во-первых, нужно подписаться на мой YouTube канал, раз. Во-вторых, нужно подписаться на канал партнер, это лидер NN Life. Там же я оставлю ссылочки еще на ребят, потому что мало ли мы в YouTube с вами потеряемся, что-то произойдет, его закроют или еще что-то, а розыгрыш ведь надо провести. Кстати, что касается розыгрыша, мы его проведем в режиме реального времени, стрим у нас будет, и это будет где-то майские праздники. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, следите за новостями. Вот такая вот история, друзья, очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным, и вы для себя найдете классную колонку, которая все лето и дальше будет озвучивать вашу жизнь классной музыкой. Также я желаю всем удачи в розыгрыше, кто-то из вас обязательно заберет эту кайфовую колонку. На этом все, большое спасибо, меня зовут Фил, это Честный Блог. Не болейте, счастливо! И пока!